минуты, буквально несколько минут назад, участники автопробега «Красноярск-Крым» приехали в столицу российской автомобильной промышленности, в город Тольятти. И на связи с нами Андрей Дунаев. Андрей, как проехали очередной участок пути и какие экскурсии у вас запланированы на завтра? Рукой не закрывай, сейчас тебе два четко видно. Добрый вечер. Мы действительно находимся в Тольятти. Дорогие друзья, сегодня проехали 640 километров. И если вы могли наблюдать за нами на нашем официальном сайте автопатриоты.рф, то могли заметить, что сегодня мы проехали 9 километров 100. Я просто хотел показать, как устроен наш автомобиль внутри. У нас действительно есть навигатор, у нас есть 3G. И если вы смотрите на наш сайт автопатриоты.рф, то сегодня могли наблюдать, что мы проехали 460 километров. Выехали сегодня из Уфы, соответственно, из Башкирии, проехали кусочек Татарстана, затем Оренбургская область, и сейчас мы находимся в Самарской области. Что есть у нас в автомобиле? Я еще раз повторю, навигатор, 3G, есть рация для связи с участниками нашего автопробега, мы общаемся всю дорогу, поем песни, разговариваем, делимся впечатлениями. Что интересного произошло у нас сегодня в дороге, я хочу спросить у Ксении, которая находится рядом. Ксения, расскажи. Привет всем зрителям. Конечно, я хочу сказать, что сегодня по пути мы встретились с Красноярским районом. Мы не ожидали, но так выяснилось и оказалось, что в Самарской области, на севере Самарской области, есть Красноярский район с административным центром. Это село Красный Яр, население там, как мы уже ознакомились по 3G в интернете, 52 тысячи человек. Вот такая неожиданность. Ну и что касается наших планов на завтра, то завтра у нас экскурсия на АвтоВАЗ. Надеемся, что она будет очень интересная. Затем мы планируем посетить технический музей, крупнейший в России, где собрана техника времен войны. Следите за нашим автопробегом. Мы продолжаем движение, мы уже в Тольятти.